Спортсмен, знаете, сложно, согласен, не так уж прост этот спорт. Ну что, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в прекрасном месте. Сегодня у нас прекрасный день, и вы прекрасный мой подписчик, мой зритель. Сегодня у нас будет новый видос. Вы по мне скучали, я знаю, что вы по мне всегда скучаете, абсолютно всегда. Чему будет посвящен сегодняшний видос? Сегодня я хочу вспомнить свое детство, вспомнить свои любимые двушки. Не просто любимые двушки, вообще все двушки, которые я когда-либо делал. У меня есть несколько новых моих идей, и сегодня мы будем воплощать их в жизнь. Попробуем это сделать. Основная задача сегодняшнего дня – это остаться в живых, это не сломать себе ноги, не сломать себе зубы, чтобы все было с нами в порядке. Ну и, конечно, сделать все двушки нормально, чтобы вы не подумали, что я какой-то очередной лошара. Сегодня в зале у нас холодно, у нас отключали отопление. Батареи у нас холодные. Это краска, если что, это так и должно быть. Короче, ребятки, сейчас мы немного разомнемся. Обычно, когда я прихожу в зал, у нас холодно тут. Пока холодно, не всегда тут холодно. Вот, я прыгаю на батуте, так я разогреваюсь. Поэтому сейчас снимем моих пару прыжочков. На батуте мы немного подразмялись, чуть-чуть мы получили отдышечки, так сказать, вот, поэтому наша дыхательная система уже размялась, она уже размялась, поэтому сейчас мы пойдем на турник. Сложно. Почему вообще люди занимаются спортом? Что требует их душа? Что требует их тело? Почему вот я занимаюсь? Почему вы занимаетесь? Кто знает? Сейчас, короче, мы поделаем чуть-чуть побольше таких динамических упражнений. Не упражнений, а скорее движки поделаем. Легче сделать двойной стандарт. Фу, ну все. Я думаю, можно потихоньку начинать. И первое двойное, я думаю, это двойной гейнер с турника начинать. С двойного гейнера. Ой, кстати, еще скалечек можно будет попробовать. Погнали. Мне самому стыдно, как я делаю. Магнезия просто странная.
Я в последнее время занимаюсь только с магнезией здесь. И когда я делаю без нее, у меня руки вообще начинают сразу скользить. Поэтому, честно, мой совет: поменьше используйте магнезию. Советую я ей пользоваться только тогда, когда вы собираетесь сделать реально какой-то элемент, который вам более-менее сложен. Ну, например, если бы я делал тут винт в гейнер или два овера, вот, но подушку гейнера, ну, по крайней мере, для моего уровня, не стоит брать магнезию. Но я занимался тут ей вообще постоянно. И теперь без магнезии я вообще не могу заниматься. Вот, она у нас закончилась. Сейчас вот это я купил в спортивном магазине. Но она очень... Она, во-первых, мягкая. Типа, ну вот брусок магнезии, да, вы его разламываете, он у вас крошится. Это тоже крошится, но если на него надавить, он типа, знаете, как пластилин такой. Давно, конечно, я так не тренировал. Сейчас пойдем на другой турник. Он у нас пониже. Вы не думайте, я оглядываюсь сюда, я не параноик. Я не думаю, что меня кто-то ударит. Просто должен прийти дедок, который будет разбираться как раз с отоплением. Вот. Ну, не то, что разбираться, там просто, судя по всему, свет выключали ночью. Тут своя котельня, и она это... Ну, походу, отрубилась, типа. Ой. Наверное, вот так вот поставим. Ну все, этот турник у нас пониже. Сейчас будем пробовать с него. Там кольцо, если видно. Ну, вот, вот здесь вот оно кольцо. По сути, да, как бы понятно, что тут ты его не заденешь. Но все равно морально это давит. Те, кто прыгают, те, кто те поймут. Что сейчас еще потреним, еще поделаем. Просто надо привыкать. И так абсолютно каждому месту. То есть всегда, когда ты приходишь в новое место, где не так просторно, а более чуть-чуть зажато, всегда сначала нужно вот так вот примеряться. То есть со склепки сразу в полную силу мне делать неудобно. Я то есть сделаю более-менее зажато. Сейчас постепенно. Сначала одно, потом двойное, а потом тройное. Сейчас я попробую встать нормально, но только я постелю поролон. Так сделать, все бы 10 из 10 были поставлены именно на вот эти ноги. Да ничего, мы все наверстаем. Не прям, конечно, я рад, но в принципе нормально. Это первый раз я тут делаю. Вообще, как бы, с турников тут я очень-очень мало еще прыгал. Вот, поэтому мне простительно. Сейчас еще двушка гейнера с колец. Я про нее потому что забыл. Но сейчас мы ее сделаем. Вот прям не ставится вообще. У меня как будто ноги какие-то ватные.
Бля, короче, я придумал. Просто этот поролон, он мягкий, он неустойчивый, я не могу на него встать. Сейчас я положу туда ППшку, и я поставлю нормально, блядь. Колено, конечно, побаливает немного, я прям коленная чашечка прям вошел вот так вот. Вот, но поролон все равно гасит. Давайте, короче, я попробую без обуви. А вы мне засчитаете без обуви. Ну, честно, я уж точно сделал. Честно, что-то коленка у меня болит. Под вопросом, короче, остальные двушки у меня. Там как бы ничего страшного, просто как, ну, ударил, типа, как там синяк, не знаю. Смотрите, какая четкость. Круто, да? Идеально. Идеально. Ох, короче, друзья, прервала наш видос встреча с одним чуваком. Он пришел в зал, обсуждали грант на построение паркур-площадки в Тюмени. Вот. Ну, в общем, не суть, короче, мы там это обсуждали, и все-таки, короче, не стал я тренить дальше из-за своей коленки, вот, ну, это, в принципе, такая трейсерская, фрираннерская доля, вот, потому что регулярно травмы, на самом деле, типа, ничего у меня такого серьезного нету, вот, сейчас прошло, получается, 2 дня, то есть, позавчера я снимал это видео, вот, я снимал в понедельник, сейчас у нас среда, вот, вчера я даже делал двушку с рандата уже тут на эртрике. Вот, но меня потому что не то что заставили, я просто пообещал там ученику одному, хотел посмотреть. Вот, просто для перестраховки я не стал прыгать дальше. На самом деле, как бы я мог, но зачем это делать? Как бы лучше дать ноге отдохнуть. Вот, сейчас чуть-чуточку, может быть, она побаливает совсем капельку. Вот, сегодня буду, кстати, тоже снимать, только уже чуть-чуть другое видео. Вот, тоже интересное, но пока без двушек. Вот, так что это объявляется первой частью, и вторая часть, ну, будет, не знаю, там, через 2-3 дня, может быть, как нога более-менее заживет. Вот, блин, в зале скучно, поэтому буду снимать, короче. Вот, один лежу, просто так в зале. Всем пока.